Александр Грибанов занимается дзюдо уже 8 лет. Копилка его наград пополнилась и еще одной. В областном турнире он завоевал золото. Нужно многому учиться, много чего знать в этом виде спорта. Нужно отрабатывать приемы, потом нужно также иметь физическую подготовку, чтобы занимать какие-либо места. Димитровградский дзюдоист Никита Ганин занял второе место. Бои были некоторые трудные, некоторые легкие. Первая схватка была трудной, так как я не мог дотянуть соперника. А последняя схватка была легкой, потому что соперник боялся меня. По словам юного спортсмена, теперь он знает, где и какие у него ошибки. И есть возможность не допустить их в следующих соревнованиях. Мастерство приходит с опытом. Всего в областном турнире представители Димитровградской школы дзюдо завоевали 6 медалей. 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые. Марина Антуганова, Василий Кудинов. Наше время.